приятная музычка, прям сходу, и управление... Так, что можно сделать? Фильм Грейн, мастер волюм, управление, екшен, пробел, инвентарь. Субтитры, по-моему, здесь был русский язык. Это немного облегчит нам путешествие и поможет нам прочувствовать весь сюжетец. Это перезапишет все... Да, у меня нет никаких данных, я ни разу ее не запускал. Дистрейн, поехали. По-моему, Вольфецкий ее рекомендовал, если не ошибаюсь. Я выставил свою человечность на продажу и продал ее. С этого момента моя жизнь погрузилась во мрак. Это моя история, и в ней описаны мои сожаления. Я только что сюда пришел. Прошу прощения. Я еще миссис Гудвин. Ее тут нет, убирайся. Видимо, не та квартира. Возможно. Есть кто дома? Кто там? Миссис Гудвин? Нет, она живет по соседству. Спасибо, до свидания. Возможно, это квартира? Я еще миссис Гудвин. Я пришел по адресу. Нет! Проваливай! Ок. Готов поклясться, ее квартира где-то здесь. Да, абсолютно точно. Это точно какая-то из этих квартир. Попробуем средний еще разок. Пахнет черничным пирогом. Должно быть, это нужная квартира. Стример баф в действии. Наверное, здесь можно вебку вниз опустить. Сейчас, сек, ребят. Я вот что-то смотрю, мне кажется, тут она особо не будет уже мешать. Тем более, здесь весь интерфейс как раз посередине. Я так понимаю, он всегда будет такой широкоформатный, типа. Я же сказала вам, она тут не живет. Мадам, я знаю, что это вы. Впустите меня, пожалуйста. Точка, 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 точка. Прошу прощения, прошу, заходите. Квартира миссис Гудвин. Мадам, я знаю. Мне жаль, но я вынужден это сделать, мадам. Три точки. Можете ли вы дать мне еще немного времени? Я могу оплатить долг, если вы дадите мне еще одну неделю. Прошу вас. Мне жаль. Я не хочу этого делать. Но мне придется произвести арест имущества. Она начинает плакать. Но где же мне жить? Юра, привет. Где же мне жить? Это все, что у меня есть. Мне жаль, мадам. Три точки. Простите, мне не следует плакать. Просто с этим местом у меня связано столько воспоминаний. Понимаю, мадам. Ох, где же мои манеры? Не желаете ли чашечку чая? Если можно, я предпочел бы кофе. Ах, конечно. Подождите минутку, молодой человек. Это какой-то обман. Сейчас она превращается в демона. Насилует меня всячески. Ну, можно и осмотреться, пока жду. Что это? Кресло-качалка. У каждой бабушки такое есть. Все вроде. Типа. Сейчас я не могу идти. Бабка точно демон. Я чувствую, что это демоническое в ней. А, во, фотография. Свадебное фото мистера и миссис Гудвин. Хотя, мне кажется, она уже вдова. Черт, не следует мне этого делать. Так, демонские штуки. Я так и знал. Какая-то чертовщина начинается. Она ведьма. Санек, здорово. Ну-ка, не подходи ко мне, старая мразь. Кыш. Аборт. Кыш. Мне жаль, дорогой. Боюсь, у меня закончился кофе. Может, предпочтешь что-то другое? Нет, спасибо, мадам. Послушайте, вам придется выехать к концу месяца. Мне очень жаль, мадам. Полагаю, винить мне стоит только себя. Три точки. Ага, но мне нужно уезжать, мадам. Всего доброго. Постойте, молодой человек. Возможно, если мы... Ладно, неважно, дорогуша. Мне пора идти, всего хорошего. Пока-пока, дорогой. Achievement unlocked. The first distrained. Что-то она в каком-то слишком хорошем настроении, но... А, она пошла плакать.
Я как-то неловко себя чувствую. Лучше оставлю ее одну. Нормально, нормально, спасибо. Рад, что влетел на стримчик. Прям вот только начали дистрейн проходить. Так, и, видимо, все, с дома можно ливать. Погнали, посмотрим. Лифт? Не работает. Хотя электричество все еще есть. Странно. Я просто хочу убраться отсюда подальше. Сука, я так и знал. Я так и знал, сейчас начнется. Там открылась дверь? Наверняка это ужасная идея. Сейчас с тебя снова упакуют хлеб. Все, моя. Моя, не волнуйся. Все, не ешь меня, я не хлеб. Не ешь меня. Так, поехали. Закончили на том, что это была плохая идея, там сломалась дверь, и мы идем туда. Милота подъехала. Да, конечно, чуть минус нос Ванюш не оказался. Точно. Поехали. Квартира 213. Гостиная. Ничего интересного. Почему тогда восклицательный знак, который требует обратить внимание? Distraint. Не поддерживает функцию автосохранения. Для сохранения прогресса используйте пункты сохранения. Отлично, я сохраню свой прогресс. Неужели люди так говорят? Я за всю жизнь ни разу не сохранял свой прогресс. Скорее бы уже откатиться к первому сейву. Заперто. Нужен ключ. Отлично. У нас здесь Курт Кобейн 2.0. Я бы его выключил, будь на нем выключатель. Вот дерьмо. Здесь записка. Что посеешь, то и пожнешь. Пошло оно все. Ну, это всегда выход. В компьютерной игре, в реальной жизни так не стоит. В Радугу есть вероятность сегодня поиграть. Ну, в списке ее нету. Возможно, после списка можно будет зарегать Радугу. Что-нибудь такое. Еще одна комнатка. Квартира 213, ванная. Твою мать, как же холодно. В ванной что-то есть. Сейчас посмотрим. Бррр, холодрыга. Ага, вы нашли кубик льда. Может пригодиться. Нормально. Да-да, я понял. Если вы экипировали вещь, прайс будет пытаться взаимодействовать ей с предметами. Попробуйте использовать кубик льда в ванной. Обратно я ее не положу. А теперь снова попробуйте осмотреть ванну. Еще один кубик льда мне не нужен. А, он тут варил. Потестим. Проверим. Так, что это? Толчок? В туалет я не хочу. Отличная информация. Что это была за чертовщина? Вроде игрушка не такая страшная, но у меня уже сердце вздрагивает. Старая плита. Мне куда-то нужно использовать кубик льда. Я тут заглянул в будущее, в следующем заезде победит Lost in Vivo, так что можешь ее сразу после этой включать. Я очень хочу в Lost in Vivo поиграть, она прям интересная. Кубик льда на телевизор? Поддерживаю. Кубик льда на труп? Не думаю, что ему нужен лед. He needs some milk. Ладно. Попробуем лед на плиту использовать. Пусто. Интересно, есть ли что-то в этом куске льда? Положу его в духовку. Кубик льда использован. Отличная идея.
Ты брорезик видел? Да, хочу потестить как-нибудь. Теперь немного подождем. Так, посмотрим. Так и знал. Вы нашли ключ. Hell yeah, brother. Я его забрал. Мне нужно снова нагревать его. А, все, у меня уже есть ключ. Ключ, я так понял, от двери, которая перед трупиком была. Там же было написано, типа, закрыто на ключ. Вот это. Я открыл дверь. Снова этот звук. Да, пусто. Пусто. Окровавленная ручка. Всегда надо держаться за окровавленные предметы. Ты так впитываешь потраченные силы человека, чья кровь была пролита. Фондовые биржи, экономика, обмены. Куча книг про деньги. Пусто. Тут что-то есть. Было ничего, стало мое. Вы нашли книгу ужасов. Обратно я ее не положу. Прекрасно. Возможно, ее нужно сюда на полку положить. Как же много книг о деньгах. Не думаю, что этой книге место здесь. Нужно найти шкаф, в котором стоят книги ужасов, и туда добавить еще одну. Окно заколочено. Книжный шкаф забит книгами ужасов. Поставлю-ка ее сюда. Что это такое? Вы нашли гроссбух. Гроссбух, что-то по бухгалтерскому учету. Гроссбух. Обогачивание. Обогащение. Сюда его. Эта книга сюда прекрасно впишется. Готово. Нельзя же было сразу шторки дернуть и посмотреть, что за ними. Что-нибудь в составе склада будет сегодня? Там Project Zomboid есть. В списке. Все остальное вроде Солянова на заказывали. Аж сердце заболело. Сынок, рады тебя видеть. Рады тебя видеть. Рады тебя видеть. Макдейт, Брутон и Бур. Мы слышали, ты вышел на ту задолжавшую кошелку. Отлично сработано, сынок. Первое испытание пройдено. Рад это слышать, господа. Хотя миссис Гудвин показалась мне очень приятной старт. Yep. Я сделал потише чуть-чуть музыку. А Диаблы там нет, не, сегодня в список не заказывали. Хотя миссис Гудвин показалась мне очень приятной стар... Здор, сука. Закон всегда справедлив. Ты все сделал правильно, сынок. Скоро ты станешь одним из нас. Одним из нас. Одним из нас. Макдейт, Брутон, Мур и Прайс. Отлично звучит. Спасибо, господа. Готов делать серьезные деньги? Деньги? Деньги. Думаю, да. Осталось позаботиться еще о двоих. Взыщи их имущество во имя закона. Во имя закона. Во имя закона. И ты станешь партнером фирмы. Будет сделано. Вот это настрой, сынок. Ступай же. Какого хера они тут делают вообще? Чертовы чертилы. Так, шкафчик. Не, его нельзя залутать. Погнали дальше. И радостно, и горько. Скоро я стану партнером фирмы, но цена тому — человечность. Стоит ли оно того? О, сохранение. Отлично, я сохранил свой прогресс. Suicide Squad. Второй персонаж. Откуда он тут? Тут еще одна записка. Слон в комнате. Я знаю это выражение. О, щит, мэн. Гадем, скпиги, тщеславие, стыд, стыд, вина, унижение, баксы, алчность, беги, Форест, беги, лес, беги, лес, которым управляют, получай велосипеды. Я слышу, ты собака, я собака. Собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака.
собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Запоздало, но я услышал. Собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака, ты собака, я собака. Санечек, спасибо за 25 рубасов, очень приятно. Ты собака, ты собака, я 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 собака. Прекрасно. Эх, уже утро. Ну и денек выдался. Мне до сих пор паршиво из-за ситуации с миссис Гудвин. Выпью-ка я кофе, чтобы взбодриться. Я чуть потише здесь сделаю звук, а здесь немножко погромче. Вообще должно быть прекрасно. Джонни сбился, давай по новой. У меня просто дыхалка закончилась. Тяжело же быть астматиком. Полно всякого хлама. Крыша протекает. К счастью, сегодня нет дождя. Паршивая квартирка. Сначала мне нужен кофе, оденусь попозже. Погнали, наверное, кухня тут. О, сохранение. Отлично, я сохранюсь на всякий случай, если рандомный слон появится. Пусто. Зачем мне вообще все эти ящики? Отличная идея. Сначала кофе. Я еще не готов уходить. А, это выход из комнаты. Нужно выпить кофе и переодеться не помешало бы. Блядский психодел, слоны, бабки, вся хуйня. Да. Внезапно и... чудно. Так, ладно. Для кофе мне нужна вода. Воду я налью в этот кофейник. Вы взяли кофейник. Вот она, раковина. Где вода? Еще немного, я съеду из этой помойки. Наверное, можно в туалете в раковине налить воды. С толчка? Хм, мне очень нужен мой кофе. Кофеин. Ну, щепотка гордости у меня еще осталась. И ачивмент, типа, где твое самоуважение? Я с толчка хотел налить воды в кофейник. Может, тут есть вода? Я хочу кофе. Начался дождь. Вы что, издеваетесь? Когда-нибудь, клянусь богом. В тазике можно набрать воды? Там же, он сказал, типа, протекает крыша. Не уверен, что это гигиенично, но без кофе я никуда. Вы наполнили кофейник. Кофеин, плиз, achievement unlocked. Символом рубля, между прочим. Жаль, вы не видите. Так, теперь мне нужно поставить кофейник сюда. Налью воду сюда. Ладно, посмотрю телек, пока кофе варится. Бро, у меня есть ключи еще. Тебе интересно? К чему? Какие ключи? Расскажи. Всегда интересно. Что-нибудь раздадим. Кстати, да, надо добавить marbles с раздачей ключей. Если выпадет, вам что-нибудь раздадим сегодня. Мне кажется, это хорошая идея. Да уж, за окном гроза. Не стоит испытывать судьбу. А чё, он же сам сказал, нужно посмотреть телевизор. Депт и спидранерс. Спидранерс у меня есть. Можно раздать этот ключик кому-нибудь. Что это было? Кажется, звук раздался в ванной. Я не хочу проверять. Придется. Здесь ничего нет. Может быть, воображение разыгралось? Кофе наверняка готов. Мочевой пузырь у меня крепкий, могу потерпеть еще пару деньков. Мне бы такой крем. А! Кукуськи. Кофе закончился. Скмурази какие. А, зачем? Я думал, будет с ними разговаривать. Ты права, дорогая. Дурацкий выдался денек. О, смотри, милый, это же наш малыш. Я вижу, дорогая. Сынок, ничего, что мы налили себе кофе? Хотя у него своеобразный вкус. Да нет, ничего. Они еще не знают, откуда налита эта вода. Милый, все хорошо? Ты какой-то бледный. А вы разве не, ну, не умерли? Конечно, умерли. Не говори чепуху. Но даже если так, разве это мешает тебе выслушать мудрый совет? Думаю, нет. Именно за этим мы сюда и пришли. Так вот, слушай, сынок, и внимай голосу совести. Звучит разумно. Мы слышали о тебе не самые приятные вещи, дорогой. Да уж, мы с отцом беспокоимся за тебя. Сынок, ты становишься жадным? Еще не поздно измениться. Слушай, я не горжусь тем, что я сделал, но вы посмотрите на эту дурацкую квартиру. Я просто хочу чего-то добиться в жизни. Можно игру ли в Marbles добавить, или если она выиграет, то я тебе ее подарю, и ты сыграешь уже правильно. Да, да, можно. Конечно, можно, Дим. Сейчас в это покатаем, и можно добавить. Мы понимаем, сынок. Но ценой благополучия других людей... Подумай об этом, сын.
Ты выше этого? Не знаю, я так усердно работал. Я ищу миссис Гудвин. Я пришел по адресу. Какого черта тут происходит? Кофе закончился. Все-таки они выпили кофе. Тогда добавь, please, The Adventure Pals. Окей. Окей, сейчас после того, как закончу, я постараюсь не забыть. Ладно, я добавлю сразу. Я же знаю, что я забуду. Сейчас. Race Simulation. Добавить. The Adventure Pals. Финиш. Все. Изи. Я удивлен, что он не показал вам. Я в полный экран вроде открыл Marbles. Свернуть. Изи. Так, я сделал на всякий случай сейв. Я еще не готов уходить, мне нужен мой кофе и переодеться бы не помешало. А на столе кофейник полный? Я думал, они выпили все-таки кофе. А, видимо, осталось только переодеться. Кофе минус. Глюки. Опять миссис Гудвин. Соберись. Это всего лишь на ваш день. Да, пожалуй. Ладно, оденусь-ка я. Ок. Ж прикольная игрушка. Мне пока нравится. Сюжеточка приятная, да и диалоги такие достаточно интересные. Вчерашний день выдался ужасным. Тем не менее, я решил продолжать. Но я бы соврал, если бы сказал, что ничуть не переживаю насчет мисс Гудвин. Так или иначе, мистер Тейлор был следующим в моем списке. Он отшельник, живший в лесу. Долгов у него не было, но город очень хотел присвоить его собственность. Проложить шоссе. И вот я поехал изымать его имущество. Он сам с собой разговаривает, он ебобо, но он типа не разговаривает, мыслит вслух. Ну вообще ебобо, походу, да? Он же этот, хедхантер. Посторонним вход воспрещен. Мухоморчик. Его хижина где-то поблизости. Я думаю, что я заблудился уже. Сохранение, у меня плохое предчувствие насчет этого. Сука, сейчас опять какой-то ебанистический шлон появится. О, вот она. Это Прайс. Я ищу мистера Тейлора. Ау. Либо его нет дома, либо он игнорирует меня. Мне нужно с ним поговорить. Стопка дров. А у него еще один домик. Где мои бабки, пидор? Где мои бабки? Где мои бабки, пидор? А, пидор? Санич. Никто не донит. Чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное происшествие. Чрезвычайное. Спасибо, Санечек, за 15 рубасов. И полчаса страдания от чрезвычайного происшествия. Чрезвычайное происшествие. 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 Чрезвычайное. У нас есть весь стрим впереди, чтобы подождать, пока Санёк наиграется со своими чипы. Спасибо большое за 15 рубасов. Пока твиттер почитаешь. Чрезвычайное происшествие. Может, он уже ты бы хотя бы это разбил в разные тонаты. Сам собака, блять, пес горбатый. Спасибо за 15. Так, поехали в следующую кибитку. Заперто.
Может быть, у него еще какой-то сарай есть, где он может тусить? А, вот он, у костра. Здравствуйте. Должно быть, вы мистер Тейлор. Да, это я. А я Прайс, приятно познакомиться. Избавь меня от формальности и переходи к угрозам. Я знаю, зачем ты пришел. К угрозам? Отнюдь, давайте просто поговорим. Муниципальные власти хотят проложить здесь шоссе. Это увеличит поток прибывающих в город людей и повысит уровень туризма. А также количество денег, если я не ошибаюсь. Ну, вот ваша главная проблема. Вами правят деньги. А как же сострадание? Ведь это мой дом. Сэр, у меня тяжелый день. Мы уже все подготовили. И не забывайте, что мы предлагаем вам довольно справедливую компенсацию. А если вы откажетесь, нам придется конфисковать вашу собственность. Похоже, у меня нет других вариантов, кроме как подчиниться. Ладно, ты добился своего. Надеюсь, теперь ты счастлив. Мне жаль, сэр. Много-много-много точечек. Точек. Что делаешь? Алло? Не извиняйся, пацан. Я знаю, что ты просто делаешь свою работу. Сэр, если я могу что-нибудь для вас сделать... Вообще-то есть кое-что. Здесь становится холодно. Поговорим в моей хижине. Вот, возьми ключ, я подойду через пару минут. Ах, да. И ты не мог бы разжечь камин? Конечно, спасибо, сэр. Погнали. Ключ не подходит. А, ну, очевидно, это сарай. Мне нужно с собой дровишки взять. Сколько дров, возьму немного. Отличная идея. Думает наперед. Я открыл дверь. Гадэм. Так, дровишки. Положу дрова в камин. Теперь мне нужно найти, чем их поджечь. Домик выглядит демонски. Учитывая, что ему дадут замену, я не знаю, что он ломается. А, другая кухня. Слишком много комнат. О, сохранение, это хорошо. Это ванна. От нее исходит сильный запах. Вообще, блин, очень жаль. Очень жаль чуваков. Миски с собачьей едой и водой. Ничего примечательного. Значит, здесь еще дикая псина, блин, бегает по дому. Отлично. Коридор. Здесь что-то есть. Спички. Мы нашли спички. Отлично. Заперто. Спальня. Это подстилка собаки. Пахнет странно пугающе. В этой урне полно бумаги. Нельзя взять для оружия. Кроссворд с ключевым словом. Похоже, он любит головоломки. Что? Судоку разгадывает, что ли? Так, гостиная. Отлично. Спички. Приступим. Черт побери, дрова влажные. Нужно что-нибудь легко воспламеняемое. Может быть, может, мы будем брать бумагу, когда Ванюша находит, блин, бумагу. Отлично. Думает наперед. IQ 200%. Так, бумага. Бумага для растопки, спички. Готово. Взгляните на творение рук моих. Я сотворил огонь. The Firemaker. Achievement unlocked. О, вижу, ты разжег камин. Благодарю. Не за что. Здесь очень темно. Да, здесь нет электричества. Но вернемся к нашему разговору. Видишь ли, моя собака пропала. И вы хотите, чтобы я нашел ее... его... ее. Это было довольно загадочное исчезновение. Как это? Но она была здесь, когда я прошлой ночью ложился спать. И, насколько мне известно, открывать дверь она не умеет. Тем не менее, на рассвете она исчезла. Значит, она должна быть внутри? Я тоже так думаю, но нигде не могу ее найти. Если найдешь еще ее, подпишу любые бумаги, которые ты мне дашь. Договорились, сэр, я выясню, где она. Удачи, пацан. Что хз, звучит как квест какой-то. Кухня. Попробуем, типа, миску с едой потеребить. Может, это... Ничего примечательного. Не, не хочет брать. А это что за комнатка? Заходил ли в нее? Так, ванна. Думаю, можно еще разок сохраниться. Эта ванна, от нее исходит сильный запах. Ничего не взаимодействует с ней. Интересно.
Ничего интересного. Заперто. Скорее всего, она в этой запертой комнате. Нужно попробовать где-то нафармить ключик. Подстилка собаки. Пахнет странно пугающе. Это подстилка собаки. Он только что сказал, типа, она пахнет мылом и еще чем-то. Я пропустил, думал, там будет тот же самый диалог, но там было что-то другое. Но он там в конце сказал, что нужно спросить об этом мистера Тейлора. Гоу.